Грузинське кіно представлятимуть у Харкові. У нас сьогодні у гостях Олександра Чехладзе, почесний консул Грузії у Харкові, і Андрій Бочарніков, організатор кінофестивалю нового грузинського кіно. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, цей фестиваль проходитиме в 6 містах, зокрема і у Харкові. І що нового саме у новому грузинському кіно ми побачимо? Ну, смотрите, фестиваль приурочен знаменательному такому событию. Это столетнему юбилею дипломатических отношений между Украиной и Грузией. И в рамках этого юбилея в 6 городах Украины, даже вернее в 7 городах Украины, будет проходить фестиваль нового грузинского кино. Программа фестиваля очень насыщенная, разнообразная, потому что будет представлено 6 фильмов, 6 грузинских фильмов известных грузинских режиссеров. Эти фильмы были не один раз отмечены высокими кинонаградами. И сейчас у жителей Харькова, Сум, Одессы, Львова, Житомира и Запорожья будет возможность на большом экране посмотреть все эти фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами. Также для всех гостей в первый день открытия станет такой приятный сюрприз, подарок. Это будет дегустация грузинского вина и выступление двух танцевальных коллективов, какие, собственно, и откроют, торжественно откроют фестиваль. Это вокально-хореографический ансамбль «Имеди» и танцевальный коллектив «Джорджия» будут открывать фестиваль. 100 років – це таке вже міцне і витримане віно між Україною та Росією, та Грузією, перепрошую. Росія тут взагалі ні до чого. Якщо подивитися, що саме пов'язує Україну та Грузію за ці роки найбільше, на вашу думку? Ну, я вважаю, тільки дружественні отношения, тому що наші два государства, вони настільки, да, Грузія, Україна, настільки похожі люди, менталітети, життєві поняття і, найважливіше, цінності. І тому 100 років ми продержимося, ще, дай Бог, багато-багато років і віков вместе, тому що ми дуже похожі на самом деле. Такие же дружелюбные, трудолюбивые. Вот. Поэтому шикарные отношения всегда между Грузией и Украиной. В Грузии обожают украинцев, всегда рады, всегда приветствуют. Так же самое на Украине, да, у нас всегда встречают с радостью. Вот. Поэтому такие хорошие отношения прослужили и будут служить еще многие-многие века. Хто з режисерів братиме участь у цьому фестивалі, якихось відомих або акторів, можливо? Режисерів і акторів в цьому році не буде, к сожалению, на відкритті фестивалі. Вони заплановані, але на наступний вже юбілейний фестиваль, 15-й, в наступному році. В цьому році будуть показані кращі роботи, фільми, как я еще раз повторюсь, какие были неоднократно отмечены международными кинопремиями. Могу сказать, в каких городах пройдет полностью график фестиваля, в каких городах, чтобы зрителям было интересно, и кого заинтересует, чтобы могли прийти и посмотреть. С 19 по 23 ноября фестивальный показ пройдет в кинотеатре «Планета кино» в городе Харькове. С 20 по 24 ноября город Сумы, кинотеатр «Планета кино». С 20 по 25 ноября в городе Запорожье, в кинотеатре имени Довженко. С 26 по 30 ноября в городе Одесса, кинотеатр «Планета кино». С 26 по 30 ноября во Львове, кинотеатр «Планета кино». И с 27 по 30 ноября в городе Житомир, в навколокультурному просторі. Как уже ранее говорил, будет представлено во всех городах, кроме Житомира, будет представлено 5 фильмов. В Житомире будет показано, вернее, в Запорожье будет показано 6 фильмов. 6-м фильмом в Запорожье будет историко-биографический фильм «Эквитем». Это фильм, снятый на
реальных, ну, реальный сюжет на реальной истории, действия какого разворачивались в военное время. Когда начиналась война, всю культуру, все культурные ценности были вывезены во Францию на сбережение, чтобы их не, во время войны они не были уничтожены. И по окончанию войны они были возвращены на территорию Грузии. Также откроет, в каждом городе откроет фестиваль фильм «Исповедь». Это фильм о бывшем режиссере, какой уходит в поселение, в поселок и начинает служить. И при своей церкви он делает первый кинопоказ, чтобы привлечь больше людей к вере. И первым его фильмом был «В джазе только девушки» с Мерлин Монро. И когда местные жители посмотрели этот фильм, главная героиня оказалась очень похожая на жительницу этого поселка. И разворачивается очень интересный сюжет, как бы я уже дальше не буду рассказывать, пусть это будет небольшая такая тайна, интрига. Все желающие могут зайти на сайт кинотеатра «Планета кино», уже есть полная информация, уже открыта продажа билетов. И... Ну, в Грузії є українські переселенці навіть. В Україні є грузинські переселенці. Конечно. І зараз для них важливо також подивитися на кіно, вироблене у Грузії. Для українців також це конечно, цікаво. Конечно. А у Грузії, мабуть, цікаво, що виробили в Україні. Звісно, так. Да. Щось в цьому напрямку також працюєте ви чи ні? Так, да, звісно. Я відкривала сама вот кінофестиваль позапрошлом году. Тоже делаю. То есть, это как бы каждый год проходит у нас в Харькове фестиваль нового грузинского кино. Позапрошлом году я была организатором, мы открывали, было очень интересно, очень много было хороших отзывов, людям было интересно. То есть мы тоже делали язык был основной грузинский и были украинские субтитры. То есть как могли смотреть и носители языка, так могли прийти про гости украинцы, посмотреть и почитать субтитры. Тоже было очень интересно, никакого труда, то есть оно не составляет. Вот. И всегда очень радует, что вот такое мероприятие существует, и что оно проходит, потому что это очень интересно посмотреть, да, культуру. Да, мы все знаем, конечно, и многие наверняка бывали в Грузии много раз, и также, да, и грузины часто прилетают на Украину, как вы правильно отметили. Но всегда интересно посмотреть фильм, да, может, мы там бывали уже в этих местах, вспомнить какие-то моменты. И, конечно, хотелось бы больше таких вот мероприятий, каких-то культурных, чтобы люди могли посмотреть, оценить и оставить себе частичку Грузии в сердце после просмотра фильма или выставки, галереи картин, тоже очень интересно. Тобто також виставка картин буде в рамках цього проєкту? Чи це в этом году, к сожалению, виключно буде кінематографічно? В этом году, да, буде только. Это уже проекти меня как почетного консула, то есть это уже у меня есть, я себе поставила такие цели. Мне очень хочется, чтобы больше было информации, чтобы люди больше у нас в Харькове чувствовали грузинскую культуру, ознакомить их с грузинской культурой. Поэтому это мои уже проекты, которые я буду осуществлять в дальнейшем. Ну, недаремна була обмовка про Росію, бо постійно всі ці роки казалося саме про дружбу з Росією і так далі, і так далі. Зараз у нас війна. Це також якось відображається у тому, що відбувається між Україною та Грузією у стосунках, підсумки війни, яка була 2008 року. Чи обговорюєте ви це у громаді? Нет, нет, нет. Ну, у нас прекрасные отношения, Грузия, Украина, все. Вот. Поэтому очень много лет. Пропаганда, да. Забываем, а только конечно, продолжим. Конечно. У нас прекрасные дружественные нации. Грузия с Украиной прекрасно много лет дружит.
Якщо подивитися на програму цього фестивалю, то там є різноманітні такі фільми, як, я розумію, ви не хочете переказувати все, але я назову там «Сповідь», «Хібула», да? «Хібула», «Мойра». «Мойра». В принципі, можна знайти якусь оповідь, про що ці фільми, якось приготуватися, що саме побачить, в якому жанрі найбільше це? Більше буде... Это в жанре, драматическом жанре. Ну, а так, в принципе, вся полная информация есть на сайте «Планета кино», есть трейлеры. Мы уже посмотрели часть фильмов, и я скажу то, что это фильмы действительно достойны внимания каждого зрителя, потому что это не выдуманная история, это фильмы, снятые по реальным событиям. Есть фильм, он называется, по-моему, если не ошибаюсь, «Наме». Не «Наме», а «Мойра». Рассказывает о судьбе семьи. В этой семье парень находился в тюрьме. И по освобождению, он, когда выходит из тюрьмы, он узнает, что его мать больна. Брат его связался с нехорошими людьми, грубо говоря, с бандой. Этот парень берет кредит, покупает човен и пытается зарабатывать деньги, чтобы вытащить друга, своего брата из беды и как-то помочь своей больной матери. То есть это все фильмы, это... Фильмы на реальных событиях были основаны, поэтому, я думаю, каждому зрителю это будет интересно. И тем более то, что у нас грузинские фильмы практически не показываются в обычном прокате. Поэтому все желающие, всех желающих ждем. Але кредиты у нас теж беруть, иначе у нас також плавають. В принципе, якщо подивитися... на тих переселенців, які прибували з України до Грузії. Ви знаєте їхню історію? Чи дізнавалися про це саме у Грузії? Ні, ну, звісно. Всі, які приїжджають в Грузію і к нам в Харків, звісно, то есть, как бы, всім завжди допомагають, всі завжди устраиваються хорошо. Максимальна допомога йде з обох сторон, повірте мені. Ну, в принципі, скільки українців приблизно в Грузії зараз? У вас є такі дані чи ні? В Грузії ні, але я знаю, що у нас в Харкові більше 10 тисяч проживає на території Харкова і Харківської області. Грузин. Грузин. Якщо ми зараз подивимося статистику, в принципі, в інтернеті там є, що по Україні... Понад 8 тисяч українців, по Грузії, понад 8 тисяч українців там... Большая мешкают. Тоже діаспора українська, очень большая. І многие живуть там, звісно, і устраиваються, і завжди дуже хороші умови. Вони грузинське кіно дивляться, зрозуміло. Але чи є там мова субтитрів... Також прийнятно для українців. Конечно, 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 есть, есть. Обязательно. Также и здесь, и когда вот и позапрошлом году обязательно было то, что, конечно, фильм идет на грузинском языке, но наши харьковчане, естественно, не знают языка, поэтому было принято решение обязательно пустить украинские субтитры для того, чтобы могли посмотреть харьковчане. Взагалі-то мовный барьер якийсь вбачаєте ви чи ні? Если честно, нет. И никогда я его и не чувствовала. И я думаю, что все приезжают, кто в Грузию, тоже не чувствуют, потому что практически все разговаривают на русскоязычные, то есть как бы, да, и все украинскоязычные, поэтому как бы, ну, прекрасно понимают друг друга, никто не обделен в общении. Підсумками цього фестивалю, що ви вбачаєте, що очікуєте? Якісь нагороди будуть вручатися чи що? Ну, самим лучшим результатом буде, це буде благодарність харківчан і приємні відзиви. Що благодаря почетному консулу в Харкові є така можливість показати цей фестиваль, провести його
благодаря нашим партнерам, танцевальным коллективам, какие приедут и выступят, покажут всю культуру, постараются показать всю культуру Грузии. Нам хочется сделать праздник этот максимально теплым, максимально открытым. Поэтому для нас самым лучшим результатом будет, это будут положительные отзывы харьковчан. А украинская кухня, яка вам подобается наибольшим? С украинской кухней? Ну, всегда по статистике, да, то, что вот я знаю от своих родных, у меня получается бабушка, братья, сестры, все живут в Грузии, в Тбилиси, по папиной линии, все родственники. И я знаю, что когда они приезжают к нам в гости, они довольно-таки часто приезжают, и они всегда любят первое их самое любимое блюдо, это борщ. Вот, поэтому борщ, кусочек сала, то есть этого нет. В Грузии как бы, да, готовят, но это наше национальное украинское блюдо, поэтому здесь, конечно, они за ним больше всего скучают и очень любят. А ваши украинские друзья, какие грузинские страны? Грузинские? Ну, конечно же, грузинские, да. Грузинские нравятся, что больше всего? Хачапури, хинкали. То есть вот эти вот самые вкусные мучные изделия из муки, конечно, вот это идеально. И цены изменяются руками, в принципе. Это вообще неизменно. Просто это классические блюда. Хачапури – это то, что любят, мне кажется, все. И хинкали, в принципе, также. У вас фестиваль называется «Нове грузинське кіно». А чому саме нове? А воно якось відрізняється від старого? Чи? Новими фільмами. Каждый год фильмы эти не повторяются из года в год. Каждый год в программу входят лучшие фильмы. И грузинский киноцентр пытается... То есть это за последние там сколько років? Там, 14 років он уже проходит на территории Украины. Я имею в виду новые фильмы. Это за какой вековый период? За последние 2 года. За останні 2 роки. Не старіше за 2 роки. Є за 15-й рік фільм, а так усі фільми – це 2016-2017 року. Ну, 18-го побачимо у 19-му році. І кожен год как бы, входять в програму нові фільми, фільми ну, нових жанрів, вірніше, різних жанрів, нових історій. Потому что грузинский киноцентр пытается максимально преподать, показать как можно лучшие фильмы с лучшей культурой, чтобы у людей был хороший отпечаток, отложился о Грузии. Грузия и так гостеприимная страна, все мы знаем по Батуми и другим курортам. Но все-таки как-то еще приблизить помимо отдыха и культурной сферы. Поэтому... А где вы отпочили в Грузии и порекомендовали своим знакомым? Какое такое грузинское место, на вашу думку, взерцем курортного отпочинка? Ну, если это мы говорим о летнем морском курорте, то это, конечно же, Батуми. У нас были прекрасные рейсы летом, и я сама летала, и своей семьей тоже отдыхала в Батуми. Нам там очень нравится. Очень уютный, очень гостеприимный, очень дружественный город. Вот. И, вы знаете, и я так понимаю, что вот мы летели, да, туда и обратно, и, в принципе, очень много отзывов от знакомых. Ну, рейсы были переполнены. Вот, поэтому... А зимовий відпочинок? Зимні, так. Зимні є Бакуріані, Гудаурі, різні горнолижні курорти, теж доволі-таки на хорошому рівні, з хорошими гостиницями комфортабельними, з хорошими підйомниками, з трасами. Тому я сподіваюся, що харківчанам теж подобається наші зимні. Чи їздять грузини на українські курорти? Так. Да, ездят и на Западную Украину ездят, конечно же, вот, и на море ездят тоже, приезжают, очень нравится. И, зокрема, приезжают на фестиваль, который будет в Харькове, нагадайте, где самое и когда? С 19 по 23 ноября в кинотеатре «Планета кино». 19 числа будет торжественное открытие с 18 до 19.00. На протяжении часа все гости фестиваля смогут продегустировать грузинское вино, продегустировать угощение
грузинской кухни, и в 19:15 уже начнется показ фильма «Исповедь». С 20 по 23 сеанс будет в 18:00. Поэтому приглашаем всех харьковчан с 19 по 23 ноября в кинотеатр «Планета кино». Ви також, я так розумію, запрошуєте харків'ян. А взагалі-то ці заходи культурного характеру, як часто відбуваються в Харкові, які ви підтримуєте? Ну, довольно-таки теперь будет часто. Вот, потому что... один раз на рік, два раза на рік. У нас именно кинофестиваль грузинского кино один раз в год проходит. То есть, как бы вот обычно в ноябре... Я такие подобные культурные. Да, да, подобных у нас разные проходят они. Вот, я хотела бы в ближайшее время провести очень интересное мероприятие, открыть фотовыставку. Фотовыставку я бы его планирую провести в консульстве во второй половине января. Уже как раз все вернутся с после праздников, отдохнувшие. Вот. Фотовыставку, да, с Грузии, да, Гудаури-Бакуряни. Вот, горнолыжный курорт. И звідти світлини привезут и их покажут. Да, их покажут, да. То есть будет очень интересная фотовыставка работ Грузии. Будут разные части Грузии, разные частички. Вот. И мы сделаем в консульстве такую вот интересную фотовыставку. Это будет очень интересно, зрелищно. Будет видовищно, и тем не менее, что казатимуть люди, на вашу думку? Что они взагалі кажут, когда приходят на эти фотовыставки? Про что разговаривают? Ну, всем нравится, все всегда обсуждают, если мы показываем Грузию, разные виды, да, Грузия, Тбилиси, Батуми, все то места. Они красу этих пейзажей всех всегда сердце остается, и все смотрят с теплотой на фотографии, на картины, и кино однозначно. И всегда у всех там остается там также краса пейзажа, да, забезпечена. Да, конечно, да. В каждом фильме, да, вот из которых мы перечислили, везде, конечно, есть разные виды Грузии. Вот. И это всегда интересно. Всегда интересно, всегда зрелищно. И человек уходит после фотовыставки, галереи на выставке, кино. Всегда в положительном, в хорошем настроении. Отже, підсумовуючи, як ви пропонуєте підвищити настрій, за рахунок чого на вашому кінофестивалі? За счет хорошого кіно, за счет угощений, за счет танців, хорошої насиченої програми. Що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні відзеркалені були Олександра Чехладзе, почесний консул Грузії у Харкові, і Андрій Бочарніков, організатор кінофестивалю «Нового грузинського кіно». Дякую. До побачення. Спасибо. До свидания.